Друзья, всем привет! Хочу вам показать новинку Havail F7. Единственный автомобиль сейчас у дилера. Даже еще на номерах его нету. Такая вот вставка металлическая. Здесь у нас все кнопки. Здесь все сделано очень, конечно, достойно. Вот такой вот рычажок. Переключение передач. Ага, дисплейчик. Огромный экран. Кстати, вот это максимальная комплектация. Она у нас стоит 1 819 000. 2 литра, турбо 4 ВД. Получается полторашка 2 ВД, 1 449 000. Ну, в общем, от 1,5 миллиона до 1 819 000. Панорамная крыша у нас здесь. Вот такая вот. Сзади места, конечно, много. Ну, смотрится здорово, да? Подлокотничек. Так, ух ты, он еще и двигается туда-сюда. Это супер. Ну так прям материалы так неплохие. А вот смотрите, еще какая штучка есть. Это для чего, интересно? Она типа коврика. Да. Вот у нас бардачок. Ну-ка, опа. Ну вот. А4 у нас входит. Так, как у нас здесь включается? Так, у нас здесь есть подрулевые лепестки. Такие вот регулировочки. Подогрев руля. Угу. Тормоз у нас стояночный. Хорошо. Режим парковки у нас с кнопки. Ну что ж, руль у нас вот такой вот раскосый. А вот регулировка руля у нас механическая. Давайте здесь посмотрим. Ага. Так. Понятно. Регулировка у нас здесь ручная. Давайте мы посмотрим вот здесь вот так. Ага. А, ну вот, пожалуйста. Здесь кнопки есть, поэтому, скорее всего, здесь никаких крутилок нет. Так, здесь у нас управление климатом. Ага, антибук здесь у нас есть. Это, скорее всего, движение по скользкой трассе. Парковочка, подогревы, сиденья у нас есть. Это отлично. Так, ну вот такая вот мультимедиа менюшечка. Ну, задержка, конечно, есть. Дисплей. Яркость высокая. Назад. Меню. Автомобиль. Ага. Все понятно. Ну что ж, такой небольшой обзорчик для вас сделал. Ну, внешний вид, конечно, мне понравился. Я думал, что она немножечко будет такая коротковатая. Но база прям неплохо выглядит. Молодцы, конечно, ребята. Ага, вот, смотрите. Так. Опа. Газовые упоры. Это очень хорошо. Это что так? Мозги сделаны. Как-то корявенько, мне кажется. Ну что же, у нас здесь 2 литра. Турбинка. Так, а где здесь турбина? О, масляный фильтр, главное, здесь сразу же наверху. Клеммы у нас открыты. И это хорошо. Если вдруг прикурить можно будет. Не нужно здесь ничего мудрить. Здесь на защелках получается. Ну, отличненько. Отличненько. Посмотрим багажник. Кнопку я не нашел. Изнутри. Так. А, здесь механика. То есть у нас получается так. Колесико здесь. Ну, это, походу, не полноразмерное колесо. Знак аварийный. Здесь у нас чего? Опа. Крючочек. Отлично. Отлично. Подсветочка. Здесь тоже у нас крючок. Багажник, конечно, не сказать, что большой.
Друзья, задний ряд сидений. Здесь у нас есть вот такие вот штуки, чтобы... Опа! Все. Вот смотрите. Так, а ну-ка. Ух ты! Вот, пожалуйста. Подлокотник. Дефлекторы и подогревы сидений. Отлично, отлично. Колоночки у нас. Сиденье водителя у нас с регулировкой, а пассажира нет. Ух ты, смотри, какой тоннель. И здесь у нас есть розеточка и на USB проводочек.